На границе 5 и 3 микрорайона заработала спецтехника водоканала. На улице Победы и Карла Маркса меняют центральную водопроводную трубу. О некоторых подробностях прямо сейчас. Масштабные плановые работы с сотрудниками водоканала ведутся первый день. Меняют отслужившую свой век железную трубу между 3 и 5 микрорайонами на полиэтиленовую. Из-за частых протечек старой водопроводной магистрали до домов двух микрорайонов не доходило нужное давление воды. В итоге случались перебои с подачей в квартиры. Теперь все проблемы устранят. Пробурили скважину, вышли на ту сторону. Сейчас делаем расширение до диаметра 300-400. И вот та плеть, которая лежит, труба, будет затянута сюда и проложена вот с той стороны реки. Вот до сюда будет лежать 240 метров новой трубы. Полиэтиленовая труба гораздо надежнее железной, не поддается деформации и не окисляется. Чтобы проложить новую магистральную трубу, необходимы особые технологии. Сейчас идет бурение под руслом реки и укладывание труб по специальной методике. Меняется только бурение, вешается вот эта лопатка. Если идет она вращение, то она идет ровно. Вот такой вот прибор. Сюда ставится вот в это место датчик. Специальный датчик. Да. Ну, на батарейках этот, он излучает. Вот этот прибор принимает сигнал и показывает, как находится лопатка, на какой глубине. Ну, там как часы, 13 часов, на 16, 4, на 6 часов, вот лопатка. И вот просто толкая ее, можно управлять. Работа рассчитана на несколько дней. Старую трубу демонтировать не будут. Ее реконструируют и оставят в качестве резервной.